потрясающее праздничное настроение. Спасибо за эти слезы и за те улыбки, которые были сегодня на наших лицах, за то, что сердце билось буквально где-то после спорта, за то, что каждый нерв вибрировал. Это было по-военному мощно, здорово. Спасибо. В концерте принимали участие ансамбль ветеран-руководителя Оксана Раенко, ансамбль Купаленко, руководитель Валентина Смекур, танцевальный коллектив гимназии Жаляпани, Надежда, руководитель Наталья Яковлевна, Яковлева и Светлана Басечкина, ансамбль «Браво» гимназии Жаляпани, руководитель Наталья Кузьменко, наши солисты Николай Иванов, Валентина Смекур, Артур Козловский, Олечка Жорова, Иван Берташ, Данила Давненко и, конечно, Оксана Раенко. Сегодня там был настоящий пианист. И ведущая сегодняшнего праздника Наталья Давненко читала стихи Юлии Труновой. Еще раз праздником, дорогие, будьте здоровы, будьте счастливы, с Днем Победы! Дорогие друзья, уважаемые ветераны, я думаю, что очень кратким словом с вами хочу поблагодарить Тамару Александровну, потому что без ее усилий, между прочим, многонедельный, такой чудесный концерт не состоялся бы, я могу вам открыть маленький секрет, чисто профессиональный. Несколько месяцев назад ко мне приехали коми-вуажеры из Лейбай и сказали: а давайте как у нас, сделаем типа рок-концерт. Я вот товарищ подошел, говорю: вот такая идея есть. 10 тысяч где-нибудь собрать на какой-нибудь лужайке и, так сказать, забацать рок-музыку. Она сказала: нет, у нас есть своя традиция, мы не будем повторять следующие примеры. Я думаю, что то, что мы сегодня делали, полностью оправдываем. У нас своя традиция, мы будем подобные концерты проводить и дальше. Да? Согласны? Огромное спасибо вам. И еще букет Наталье. Наталья, вы сегодня чудесно. Вы видите, вы пять. Дорогие соотечественники, я думаю, что здесь в основном наши соотечественники. Разрешите мне от имени вас поблагодарить Тамару Александровну за многолетний ее труд. Уже более 20 лет она занимается этими мероприятиями. И подарите ей букет в виде российского флага. Ура! Я не знаю Юрия Порошина, который, ну, получил, наверное, больше всех аплодисментов. Юрочка, покажитесь. Юра Порошин. Александровна, у нас нет слов, мы без слов, но целуем вас, благодарим. Вот, хорошо. Вот, вы... Спасибо исполнителям, спасибо. А вы от ветеранов можно в щечку поцеловать? Всем участникам нашего сегодняшнего концерта большущее спасибо от всех присутствующих здесь ветеранов. Счастья, бодрости, любви. Будьте здоровы! И как всегда, работники невидимого фронта. Мариночка Галиневская, которая обеспечила нам всю техническую часть. Марина, кланяемся тебе. И еще раз, с Днем Победы!